здесь смотрели, помечали. По факту, к чему сегодня пришли? По факту мы пришли к тому, что все наши отметки, пометки, все наши замечания, пожелания учтены не были. По факту опять вырубили все, что видели, включая вот опять молодые клены, диаметр ствола 10-12 сантиметров, 16. По факту улицу оголили. И этот проект, он как не был известен горожанам, так он и остался неизвестным горожанам. Какой паспорт объекта, какое благоустройство, как можно подвести вот эту незаконную вырубку к самому понятию благоустройства, осталось так и непонятно. У всех горожан просто слова негодования и возмущения. До какой поры вообще администрация города вместе с этим заказчиком в лице УГХ, где сидят такие некомпетентные люди, как Щербина, который ответственный и за озеленение, и за составляющие вот этой экологии, которые являются вот эти деревья. Все это остается каким-то непонятным и вообще повисает в воздухе. Как вообще можно было этот проект завести в исполнение, в жизнь, когда никто его никогда не видел, никто и никогда? И вот эти популистские замечания и слова главы, что мы с общественностью, это все будем обсуждать и будем прислушиваться, они остались пустыми, абсолютно пустыми словами. На деле как город разрушался, так разрушается третий год подряд.